приняли участие в Oriental Fashion Show. Показ состоялся в день открытия недели высокой моды в Париже. Эта платформа считается главной презентационной площадкой для восточных модельеров. Наши дизайнеры регулярно принимают участие в мероприятии. Казахстан – страна, богатая своей культурой и историей. Для нас имеет значение возрождение казахских традиций через моду. Казахи поняли ценность своего наследия. Важно знать, кто мы есть. И мода – это способ выразить свою идентичность. И наше шоу позволяет дизайнерам представить лучшее, что есть в культуре их стран. На престижной площадке мира свою коллекцию одежды представили дизайнеры Жанна Кан и Назым Карпыкова. Напомню, что их наряды ранее были продемонстрированы на Казахстанской неделе моды. Именно там отечественных кутюрье заметили организаторы Oriental Fashion Show. Я думаю, нас, дизайнеров, стало больше. Это конкуренция, это вот мы больше развиваемся. Все хотят все шить, представлять нашу красоту все в лучшем свете. И за счет этой конкуренции, я думаю, все наши дизайнеры каждым годом становятся лучше и лучше. Элегантная трактовка традиционной моды Великой степи пришлась по вкусу парижской публике. Зрители долго аплодировали казахстанским дизайнерам. Это выставка не только для престижа нашей марки, но и для дальнейшего сотрудничества, чтобы нас увидели какие-то представители из других стран, с кем мы еще не работали. Участие в шоу такого уровня – это обязательный этап для амбициозных дизайнеров, говорят организаторы. В числе приглашенных всегда есть не только влиятельные модные персоны, но и потенциальные покупатели. Например, на этом показе собрались фэшн-байеры из Кореи, Гонконга и Франции.